Buongiorno, меня зовут Вилья Ламберти, я бренд-шеф Азбука Вкуса, и сегодня буду готовить что-нибудь очень интересное. Андям. Сегодня нам нужны просто сельдери, лук, шалот, чеснок и все такое мелочь еще дальше. А тимьян есть? Тимьян. Сейчас рыба нужна. Вот. Давайте осьминогим буду готовить сегодня. Мы будем обжарить, не отварить, а обжарить. Ну что, начинаем? Окей, дай. Конечно, самый первый это надо почистить осьминоги. Вот. Первое, видите, здесь есть вот эти маленькие, это зубы. И потом глаза. Надо тоже. Начинаем резать сельдери. Прямо вот так, ненужное, которое он должен быть очень большой, приблизительно размера такая. Морковь тоже самое, вот так. Окей, тимьян. Достаточно. Возьмем оливки масла. Вливаем красное вино. Алло, когда вы готовите на вок, очень внимательно, потому что подогревается очень-очень быстро. Шикарный запах. И сразу положим наши осьминоги. Вот, именно так. И когда они немножко обжарят, немножко, не очень много, добавим красное вино. Закрой. Окей. Когда вот этот осьминог мы будем как гарнир давать просто салат. Чуть-чуть надо, не очень много. Вот она, смотрите, какой красиво. Я вам говорю, рецептура очень-очень быстро. Сейчас сделаем осьминог и все. Давайте попробуем. Очень хорошо. Я думаю, готов. Готов, готов. Вот они. Мама мия. Мама мия. Come sono belli. Итак, итак. Итак. Салат. Немножко чеснок. Оливки масла. И самое-самое вкусное соус. Все, ребят. Рецепт готов. Можно есть. Buon appetito!